Да, слышу, что ты крутой. Так, отошли. Кто? Да Валька тут ходит. Мы разбегаемся. О, уже враги помечают. Да сука, как я долго в нее стреляла. Кого это? Да Вашку. Ты когда радугу купишь? Так, ну... Я пока ничего не покупаю, пока VR не привезут мне, я ничего не покупаю. Ну, красавчик, Валька. Я хочу еще одного оперативника. Блин, тут такие дорогие оперативники, но они все крутые. И, короче, эти дорогие оперативники стоят по 25 тысяч. Ну, оперативники, кем играть в Радуге. Ну, покупать надо оперативника каждого, кто хочет играть. И один оперативник стоит, ну, есть за 25 тысяч оперативников. В рублях, что ли? Нет, ну, вот в этих игровых. Игровая валюта. Да, игровая валюта, но за каждую катку, которую ты выигрываешь, ну, тут не за 25 только есть, понятное дело, там за 1000 и за 500, но есть еще, ну, вот за 25. И одна катка стоит... Блин, он там мертвый, ой, раненый. А, и одна катка, если ты выигрываешь, ты получаешь 250. Ой, что это такое было? А если проигрываешь, то 120 или 110. Тут есть русские оперативники, немецкие, французские, американские. Испанский, короче, каких только хочешь. У них всякие способности есть. И дополнительные всякие штуки. Ну я сейчас, мне сейчас VR, я уже заказал, в принципе, мне сейчас привезут мои VR. Я уже сюда потом, у меня есть несколько игр, которые я хочу купить уже. Радуга входит я в это число. Да, в эту стопку входит Радуга, но я буду на консоль покупать, я диски не буду покупать. Ну да, правильно. Я вот GTA купил диски, тоже жалею, честно говоря. Почему? Не знаю, что-то диски меня не вставляют. Вытаскивают. Мне просто с консолькой Ведьмак давали, и я его-то. Я его вот за все это время вчера только включил. Я вот с того времени, как у меня Соника есть. Я впервые включил Ведьмак. Нифига себе. Красава, Валя. Валюха. Валюха красивая? Да, очень классная она. Я ей всегда играю. Большие. Да блин, у них тут не видно сисек. У них такая спецодежда. Нет, в жизни, я говорю. А, ну я не знаю, надо у нее спросить. Ну, она такая пиздючка, как и Каверия. Каверия. Кавера. Блин, у меня соединение маленькое, низкое. Меня исключили из игры. Кавера? Нет, она маленького роста.